Аварий с автобусами стало больше по сравнению с прошлым годом. Дорожные полицейские за 3 дня профильного рейда осмотрели больше 80 автобусов. В это число входят 37 городских автобусов, 19 междугородных и 28 заказных. Нарушений всего 2, и то по мелочи. Одного водителя привлекли за неправильную остановку, другого за непристегнутый ремень. Повод для рейда – печальная статистика. В этом году во Владимире зарегистрировано уже 107 ДТП с участием автобусов. В этих ДТП 3 человека погибли, 28 человек получили тяжелые травмы. Показатель аварий со смертельным исходом вырос по сравнению с прошлым годом на 200%, с пострадавшими почти на 400%. Однако по вине самих водителей автобусов аварий немного, 5 ДТП. Зато последствия таких происшествий тяжелые. 10 человек пострадали.